Домой с победой. На Кубке мира и чемпионате СНГ по тэквондо честь Казахстана защищали порядка 62 спортсменов. Всего в соревнованиях приняли участие более 1500 человек. В числе отличившихся Дарья Назарова. В чем секрет побед юной тэквондистки, расскажет наш корреспондент Арман Бэнде. Несмотря на свой юный возраст, Дарья Назарова уже именитая спортсменка. Увлекаться этим видом спорта начала с 5-летнего возраста. В настоящее время у нее красный пояс, и до черного ей остается подать рукой. После этого она пополнит ряды мастеров тэквондо. На соревнованиях Дарья завоевала 2 медали – золотую в программе «Туль», то есть условный бой с несколькими противниками, и серебряную в спарринге. Именно этим приемом тэквондистка сумела сразить большинство своих соперников и была удостоена 2-го места. Слабых соперников не бывает. Для меня тэквондо означает, что ты в будущем можешь защитить себя, стать чемпионом мира. Одновременное проведение Кубка мира и чемпионата СНГ по тэквондо является первым опытом Международной федерации тэквондо. Проходил он 3 дня в городе Новосибирске Российской Федерации. Показать свое мастерство прибыли 1600 спортсменов из 17 стран, в том числе Казахстана, России и Таджикистана. Я очень рад, что на первом Кубке мира, Кубке СНГ, наша воспитанница завоевала 1-е и 2-е место. Это большая честь для нашей области Казахстана. Подготовка шла очень серьезная. Ее трудолюбие вылилось в этот результат. Теперь Дарье и ее тренеру предстоит серьезная подготовка к предстоящему чемпионату Казахстана. Ведь спортсменка поставила высокую планку – стать 1-й в стране. Арман Баенде, Владимир Боровков, новости МТРК.